Доброго дня. Получили коптильню от ИП Федотов из Севастополя. Сегодня у нас ее распаковали. Был первый пуск, пробный. И, соответственно, сегодня мы делали нерку холодного копчения. Сейчас я вам это продемонстрирую. Включаем свет. Опа! Закрываем, потому что, чтобы, ну, не съели ее коллеги, которые здесь находятся рядом. Всем спасибо. Закрываем. Вариантов коптильни масса. Выбирали очень долго. По совету нашего друга Антона остановились на данном варианте. Благодарим ИП Федотов и команду с этим классным изобретением. С наступающим старым Новым годом. Процветание компании и ее сотрудники. Ура, ура, ура. Привет из Красноярска.